Ай, какой классный. Вообще были очень красивые фотографии. Ну, тут тоже классно. Какие фотки были. Они уже... мало того, что качество его, жалко. Да. Ну, не выбросить. Обесцветились. Вот он, начинающий барабанщик. А у Эмиль? А это кто? Эмиль. Не видишь, уродина какая? Я снимаю, баб. О, баба Катя. Угу. Это в садике. Это вот папа, да? Ага. Хорошка. Малюсенький такой. О, Господи, это что за ребёночек такой? Такой прям несчастный. Да-да-да. Это вот в технику, да? Показывает мне эту фотографию, говорит: тут я счастливая после развода, мне 33 года, и я поехала в Гагры. Это что за сладкий пупс такой? Вот папа просто очень, знаешь, классный. Не мог сидеть, вот такой толстый он был, он падал в коляске, он не мог сидеть. Чисто еврейский ребенок. А вот Люда, это Эдика мама. Вот она. Ты что, это Наташа? Нормально, как они похожи. Да вообще даже близко они не стоят. Вот папа еще. Ой, какие классные фотки. Вообще, Вуголь, я забыла. Ты? А Лусик, ты тоже есть у нас в альбомчиках. В шедевре. Теперь свои сторисы пересматривает. Бабуля, ты куда пришла? Сын вас веду. Ага, пойдем. Сейчас рыбку вашу любимую купим. Давай. Кайф. Бабуль, какую мы берем? Вот смотри, вы выбираете, вот смотри. Ты лучше разбираешься. Ну, синец я люблю, чихунь мне нравится. Я вот вам. Погода солнечная, но очень-очень ветрено. Мы взяли рыбку с собой в Москву, потому что тут очень вкусная рыба. Вот так вот. Маршрутки. Кстати, бабушка уговаривает нас поехать на маршрутке. Но мы сопротивляемся. Так, бабушка сейчас будет делать свои фирменные блинчики. Это самые вкусные блины. Два яйца. Это что ты делаешь? Соль. На глаз, да? Две щепотки? Так, чуть-чуть просто. Я взбиваю и добавляю кефир. Угу. Ну, тоже как бы типа на глазок. Сколько уже будет исходное. Почему-то ложкой взбиваешь, а не мне, знаешь, удобнее? Удобно. Мне удобно с дырочкой ложка, мне очень удобно. Я вилкой не люблю. Так, теперь просеиваем муку. Не жалую, она очень удобная для муки, металлическая. Сколько муки бывает? Я на глаз. Просто сейчас просею, а потом видно будет. Обязательно просеянную, да? Да, она и пышнее будет. Потому что мука же слеживается. Вот. И, в общем, все это дело мешаем, да? Да, все это хорошо перемешиваем. Давай помогу. Не-не. Добавляю сахара немного. Много сахара не надо, а то они могут прилипать.
так, для того, чтобы тесто было пышнее. И соды. Я соду всегда добавляю. Ложечку, да? Ну, так, нет, я вот, как бы, знаешь, у меня уже наметан глаз. Чуть меньше ложки. Ну, так. Уже хозяйка, которая не один раз делает, она уже все на глазок делает. Не было комочков обязательно в тесте. Надо хорошо разбивать. Я привыкла ложкой такой. С дырочками. С дырочками, да. Вилкой не пользуюсь. Даже миксером не пользуюсь. Так, тесто замесили теперь. Все, разбила все тесто, да. И даю постоять минут 10, потому что там сода, чтобы, ну, так оно подошло. Периодически я подхожу и помешиваю. Угу. Вот. И все, и потом будешь жарить. Нет, потом я разбиваю. Только 26. Нет, я съем штук 10. Это папа мог твой. Бабушка сливки добавила. Да, можно на молоке. И вообще в основном молоко. Ну вот только в конце это добавляется, правильно? Ну, когда тесто то. Да, уже стояло. Уже для того, чтобы выпекать, вот до нужной. Можно либо сливки, либо молоко. Да, молоко. Сливки, просто у меня сливки сегодня, молока нет. Это я просто там, шикарно. Вадику напеку, подаю ему в тарелке. Оно, барон сидит, кушает. Я следующий этап пеку ему. Эту тарелку меняю, подаю следующую. Бабуля, очень вкусно, спасибо. Блинчики от Татьяны Николаевны. Мы уже с мамой тут подъели. Шикарно. Пользуйтесь рецептом на здоровье. Все, кстати, в тесто добавляют подсолнечное масло, если что, я там не помню, видно было или нет. Смотрите, папа, тут какой красавчик. Это пластинка их группы. Группа Альфа.